В Дальневосточном государственном медицинском университете прошел традиционный уже день открытых дверей. Он устраивается дважды в год. Для кого? Ну, для тех, кто еще не принял решение о будущей профессии или хочет лишний раз убедиться в правильности своего выбора, ну и начать подготовку к поступлению. Все подробности в следующем сюжете. Профессия медика остается одной из самых востребованных не только в стране, но и в мире. Ежегодно в Дальневосточном государственном медицинском университете проходят дни открытых дверей, на которых будущим студентам помогают определиться со специальностью, проводят экскурсию по университету, а ректор вуза отвечает на все вопросы потенциальных абитуриентов. Мы прекрасно знаем о том, что без медицинских работников никогда ни одно поколение не обходилось. И поэтому сегодня особенно вот тот период, когда необходимо готовить высококвалифицированные кадры для того, чтобы закрывать те проблемы, которые в сегодняшний день есть практически на всей территории Хабаровского края Российской Федерации. Низкая укомплектованность и врачами, и средними медицинскими работниками. Работа с будущими абитуриентами начинается в сентябре и продолжается целый учебный год. Каждый школьник, интересующийся медициной, может попробовать себя в роли студента, записавшись в школу юного химика, биолога, фармацевта, а также на факультет довузовского образования и посещать занятия вместе со студентами. Мы начинаем свои профориентационные мероприятия, начиная с 8 класса. Они заключаются в том, что в вузе имеется факультет довузовского обучения, где зачисляются ребята для подготовки к поступлению в университет. И окунаются в среду вуза, ходят в симуляционный класс, в анатомический музей, в лаборатории, знакомятся с медициной, что называется, непосредственно в вузе. Увлечение молодежи медициной активно поощряется государством. В 2020 году на целевое обучение в Дальневосточный государственный медицинский университет планируется направить 199 студентов. А также установлена квота целевого направления во все учреждения здравоохранения края в количестве 245 человек. Мы сегодня речь ведем о целевой подготовке специалистов для краевых учреждений, в том числе города Хабаровска. И именно на это нацелены все мероприятия, проводимые Министерством здравоохранения Хабаровского края и Дальневосточного государственного медицинского университета. Работа, проводимая с будущими абитуриентами, показала свою эффективность. Количество поступающих в Дальневосточный государственный медицинский университет ежегодно увеличивается в среднем на 100 человек. Кроме того, в 2019 году университетом зарегистрировано рекордное количество заявлений на все специальности и направления. Ирина Фостовец, Анастасия Семигласова, Дмитрий Папуша. Смотри Хабаровск.